Но мое видение баланса между удовлетворением логических и эмоциональных потребностей со стороны американских партнеров такое. Вообще русские, они очень эмоциональны, они очень не любят отношения. И для них, помимо заключения договоров, всегда очень важно какие-то установления каких-то дружеских отношений. Ну, в моей практике есть взаимоотношения и с североамериканскими партнерами, и с европейскими. И, как правило, когда, будем говорить, у нас мы друг друга на первой стадии каких-то контрактов удовлетворили своими ответственностью, там, порядочностью, какими-то выполнением в сроках своих обязательств, после этого устанавливаются очень хорошие личностные отношения. Поэтому баланс, помимо логических, то есть это исполнение этих контрактов, то есть для нас очень важно иметь эмоциональную связь с партнерами.